Так, всем доброго дня, дорогие друзья. У нас приехал, значит, Вайсфаб. Привезли его за 10 дней. Вот сегодня 13-е, и 3 числа мы его оплатили. Вот он уже в Москве. Плюс еще бульдоги приехали у нас под клиентов. Поэтому, в общем, запчасти едут. Все хорошо, можете обращаться, писать. Сейчас Вайсфаб везется очень быстро. Поэтому пишите. Keep it 100, I'd rather you trust me than two. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Run for my money. There is nobody, no one that'll run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly for the... Да, 2:30. Засыпаем в ковше потихонечку. Что у нас? Большие проблемы, тут что-то с кулисами. Такая плоховата передача. Сейчас пытаемся понять, что с тягами, потому что поменяли все подшипники были разболтаны. И на удивление все работало прекрасно. Поменяли на новые подшипники, что-то, видимо, с тягами немножко сейчас колдуем. И надеюсь, что финальная прямая уже близко. Завтра, кстати, с утра еду на экзамен сдавать на категорию БЕ. Наконец-то. Осталось только проснуться. Нет, осталось лечь поспать пару часиков. Проснуться. Так вот.